все главные триггеры вечера, потому что впереди у нас очень насыщенная и интересная программа. Как вы уже сказали ранее, главной темой... Мы находимся. Смотрите, где мы находимся. Главной темой. Наша работа была, конечно же, яркая граждане. Различные сочетания яркого цвета и интерпретация образа в стиле ярких оттенков. Сейчас на эту сцену я приглашу топ-эксперта салона «Парк Васильчук», талантливого колориста, а также участника «Лондон Креатив Тим» Светлану Чележевскую, которая продемонстрирует свою интерпретацию на эту тему. Thank you.
я бы, наверное, специализировалась на ярком окрашивании. Друзья, ну я надеюсь, я вам передаю атмосферу, что происходит здесь. Хочется, чтобы вы тоже чувствовали, как будто вы находитесь вместе со мной на всех этих мероприятиях. Ну что, друзья, для объявления победителя занявшего первое место
конкурсе «Лондон Talent Award». Мы приглашаем на сцену членов жюри «Лондон Talent Award». Официального финалиста «Макс Фактор» в России Владимира Калиничева, а также главного редактора данного журнала «Глобус» и мою коллегу большого мейкапера Ильяну Андрееву. Вообще приятно начинать пятницу в дружине с тёртых талантливых девушек. Чёрт подери. Да, с тёртых девушек, но я перевёл. Итак, первое место у нас сегодня получает Кирилл Люхарицкий. Фотография с победителями, конечно же, конечно же. А потом всех парикмахеров ждет фуршет. Поздравляю всей души, поздравляю наших победителей, которые заняли первое, второе, третье место. Огромное спасибо за то, что вы приняли участие в этом конкурсе и за то вдохновение, которое подарили всем, всем, кто видел вашу потрясающую работу. Но перед тем, как давайте еще раз посмотрим работу Кирилла. И на самом деле это небольшой сюрприз от команды London Professional и в том числе сюрприз от участника рейтинга команды London Agency. На самом деле, к этому номеру у меня нет подводки, но я скажу лишь одно. Что самое, наверное, ценное и самое важное в жизни – это окружать себя талантливыми людьми. А талантливые люди, как вам известно, талантливы во всем. На эту сцену я приглашаю топ-стилиста салона «Паша Ясенчук», стилиста компании «London Professional» Виталия Пашенко. Приветик, Кристиночка, приветик.
Вот, у нас тут даже стилисты поют. Вот такого я еще ни разу не видела. Так что я надеюсь, вместе со мной вы увидите не такое. Ну, надеюсь, в хорошем смысле. А не что-то, да. Ой, как плохо, что я за рулем. Это тут столько всего. Интересно ваше мнение. Вы боитесь вообще сцены? Или у вас нет такого страха? Кажется, я сейчас сниму все. Молодец! Нет страха! О, Татьяна, я вам завидую! Татьяна, вы, наверное, педагог. Потому что это круто, то, что и у вас нет страха. Все, я чувствую себя не такой. У всех нет страха, у меня. У одной только страх. Прекрасный стилист, но это прекрасный мир. Вот, конечно. Вот кто преподаватель, тот действительно надо перебороть. Да, надо перебороть. Ну что же, будем работать над этим. Если хочется для вас организовать большой, глобальный, масштабный конкурс без привязки. Это шоу от креативной команды «Лондо креатив-тим». Ух ты, Татьяна. Сначала физика, потом парикмахерское искусство. Настоящий сезон. Давайте поаплодируем. Физика с парикмахерским искусством рядом, я хотела бы сказать. Этот прекрасный человек на меня посмотрит, или только в прямом эфире потом увидит себя. Что тут еще происходит? Ох ты! Здесь собрались модные. Что это? Что-то нам готовят. Что-то сейчас будет, наверное, будет связано с краской. Хотя можно. Дайте подумать, что это будет. Расстелили на полу. Это или красить? О, будет совсем неожиданно. Какие же окрашивания волос в ведре? Лавиаль был прямой эфир с презентацией. Вот там было окрашивание волос в ведре. Математик? Ну, математика это тоже, наверное, близко, потому что там вечно какие-то вы формулы решаете. Что-то решается вечно в колористике. Так. Девушка посчитала, что на полу это не нужно, и забрала это все с собой. Непонятно, что происходит. Где все? На сцене никого нет. И девушка ушла. И люди такие, опс. А что происходит? А где все? А что снимать? Не, ну, реально. Во, появились.
международного детского вокального конкурса Sound Kids. А теперь уже, как 5 месяцев с вами, погружаюсь вместе с вами в парикмахерское искусство. До встречи до понедельника. Пока!